Село, где мы находимся, возникло в середине 18 века. Точное упоминание в документах про него есть в 1782 году. Позже про село с каменной церковью есть уже упоминание в 1826 году. И почти через 200 лет эту церковь мы с вами можем видеть. К сожалению, не в первозданном виде, но все же большая часть постройки дошла до наших дней. Всех приветствую, друзья! Данная церковь была построена в честь Казанской иконы Божьей Матери. Как и практически во всех заброшенных строениях, здесь нет железа на кровле, которое всегда странным образом куда-то испаряется. Нет и купола над основным объемом церкви. И самая большая утрата, которую видно невооруженным глазом, это колокольня. От нее, как видим, не осталось и следа. И при входе в трапезную тоже видно следы вандализма, вырванных ворот. При входе видим такую импровизированную дверцу. В интернете нашел статью, в которой местные жители рассказывали историю, когда вырывали трактором ворота. Тросы фиксировали ломом. И когда вырывали ворота, лом выскочил и пролетел рядом с трактором. И вроде бы из-за этого работы по дальнейшему уничтожению остановили. Своды трапезной целые. Все окна заделаны кирпичом или камнем. Это, скорее всего, следы дальнейшего после закрытия церкви использования помещения. А приспособлено помещение было для хозяйственных нужд местного колхоза «Комсомолец». В 40-х-50-х годах здесь был склад зерна, а позже, после урагана, сломавшего крышу, располагалась мельница. Смотря вверх, то место, где раньше был купол, видим небо. У меня возникло такое чувство, что находишься в маленьком дворе колодца. Видим остатки от упавшей сверху лепнины. Церковь была построена в 1832 году на средства прихожан, но в документах епархии за 1893 год датой основания церкви считается 1826 год. Она была каменной и теплой. Практически во всех случаях с заброшенными церквями неизвестно, кто был, например, архитектором церкви. Везде указано, что построено на средства прихожан и все. Не сами же прихожане построили. Нужен проект, материал и так далее. Постройки очень серьезные, в противном случае не простояли бы они так долго. Не рассказал про колокольню, почему же она скорее всего разрушилась. Не могли ее сломать много раз, то тросы рвались, то ломы летали.
Но не прошло это бесследно, и в итоге она рухнула сама. К сожалению, фресок на стенах не видно, но на сводах видно, что-то осталось от старых росписей. Помещение алтаря, часть старого кирпича, заменена уже на современный. Казанская икона Божьей Матери – почитаемая чудотворная икона Богородицы, явившаяся, по легенде, в Казани в 1579 году. В тот год Казань настигла страшное бедствие техногенного характера – пожар. И маленькой девочке было видение Божьей Матери, после которого на месте, указанном девочке, она нашла икону Божьей Матери. Икона была написана на кипарисной доске, представляла собой поясное изображение Богоматери с младенцем Иисусом, простирающим руку для благословения. На месте явления иконы по указу Ивана Грозного был воздвигнут женский Богородицкий монастырь, где потом она и хранилась. Но в 1904 году икона была похищена из-за того, что была богато украшена драгоценными камнями. Сама икона не представляла для грабителей ценности, и после того, как с нее были убраны драгоценности, икону разрубили и сожгли. До сих пор бытует много легенд, что икона различными чудесными случаями сохранилась, но об этом можно только догадываться. Можно почитать об этом в интернете. Много статей имеется на эту тему.
Друзья, спасибо всем за просмотр. Буду очень рад вам за подписку на канал, за пальцы вверх и, конечно же, за комментарии. Всех был рад видеть. Всем пока и всем огромной удачи.